Женские блузки, мешок у нас весит 12 килограмм, это у нас категория крем плюс, Англия. Первым у нас идет вот такая вот рубашка, 44-46 размера, марки Есика. Следующая также у нас рубашка, 40-й европейский размер указан. Так, марка Веромода, размер Эска. Вот такая вот рубашка, размер 36-й европейский указан, марка Лок. Так, это у нас, похоже, маечка. А вот размер... Размер не показан, к сожалению. 46-й европейский размер, еще одна майка. Блузка европейская, европейский размер, хотел сказать, я 34-й указан. Джон Баннер. Рубашка хлопковая, размер здесь указан М-ка. Так, блузка 44-го европейского размера. Так, вот такая вот майка, можно наверное, сказать. Веромода, размер L. Еще у нас пайетки. Так, еще одна майка, марка Паприка, размер XL. Так, вот такая вот майка, размер S-ка. Рубашка размер XL. Еще одна рубашка размер M-ка. Так, это у нас майка. Размер здесь 42-й указан. Давайте как-то вот так вот положим. Марка Cecil. Это у нас рубашка размер S-ка. Приталенная слегка. Так, это, видимо, у нас было чего-то, что-то типа ремешка или шарфик. Понятно. Так, а майка размер здесь 42-й европейский указан. Марка Лок, 44-й европейский размер, рубашка. Блузка марки Клубхаус, размер S указан. Следующим у нас идет такая вот рубашка с коротким рукавом марки Корсей. Размер, к сожалению, не сохранился. Так, майка размер М. Так, еще одна рубашка, к сожалению, размер не указан также. Майка марки Street One, 38-й европейский размер. Так, это у нас... По-моему, это у нас ночная рубашка, если я не ошибаюсь. Возможно, я ошибаюсь. Zara Basic. Размер M указан. А может быть и не ночная, может быть и стиль такой. Так, Джина Бинотти, размер 44-46 европейский указан. Так, а здесь у рубашки, к сожалению, размер не указан. Так, майка 34-го европейского размера. Эспирит, рубашка 36-го европейского размера. Чили Тайм, это у нас блузка. Размер вот здесь вот, если я увижу. 42-й, 44-й, если я правильно прочитал. Так, еще одна рубашка. H&M, европейский размер 44-й указан. Марка Espirit, 40-й европейский размер, английский 14-й. Так, рубашка. А, блузка точнее. Здесь у нас размер S-ка указан. Блузка 42-го европейского размера. Джина Бинотти размер. Здесь М-ка. H&M 42-й европейский размер. Опять же майка. Здесь у нас марка Веромода размер S-ка. Рубашка H&M европейский размер 38-й. Еще одна рубашка 40-го европейского размера с короткими рукавами. Вот такая вот молодежная рубашка. Можно, наверное, назвать Kiss Therapy размер L-ка. 48-й европейский размер. Это у нас также рубашка идет. Вот такая вот яркая рубашка. Размер указан M-ка.
Блузка марки Этон, 44-й европейский размер. Ну, очень похоже, конечно, на платье. Может быть, это и блузка, на самом деле. Так. Рубашка, размер 2XL. Такая вот интересная рубашка. Так, блузка здесь, к сожалению, размер не указан. Следующим у нас идет еще одна блузка. Здесь также размер, к сожалению, не указан. Марка Zoro. Блузка 36-го европейского размера. Рубашка. Опять же, марка Zoro 40-й размер. Марка Фризия. Вот я ее, конечно, не видел. Размер M-ка указан. Марка OK. 36-й европейский размер. Пинки. Размер у нас здесь не указан, к сожалению. Рубашка. Так, а блузка New Fashion, размер также остается загадкой. 40-й европейский размер, рубашка также. Рубашка марки Bianca. Блузка ее стайл, 40-й европейский размер. Так, рубашка Tailor Whale, 34-й европейский размер. Лок, 44-й европейский размер, также рубашка. Так, 36-й европейский размер блузка у нас была. Есика Сендей. Размер здесь, давайте посмотрим, ради интереса. 42-й, 44-й размер указан. Марка Есика, опять же блузка. Эстел, размер 36-й европейский. Блузка марки Street One. Здесь у нас 40-й европейский размер указан. Так, вот такая вот рубашка. Довольно интересная. Так, давайте посмотрим размер. Размер. Здесь указан 38-й европейский. Блузка марки Orsay. Размер, к сожалению, не указан. Есика Сендей, опять же. Размер. Придется поискать немножко. Если повезет, мы его найдем. Не повезло. H&M рубашка 34 европейского размера. Так, что это у нас такое? Честно, я даже не знаю. Честно, вот вообще без понятия, что это такое. Здесь какие-то ремешки есть. Что-то завязывается, подвязывается, видимо. Размер H&M. Так, размер 40-й европейский. Это у нас блузка марки H&M. Я бесконечно далек от моды. У меня есть ощущение. Блузка, скорее, сарафан. Размер здесь не указан, к сожалению. Блузка 34-й европейский размер. Марка Есика. Достаточно широкая блузка. С биркой 48-й. 50 размерной бирки указан. Так, паблик, это у нас майка. Это размер здесь указан 40-й. Так. Вот такая вот рубашка. Достаточно яркая, аккуратная. Без никаких следов износа. Размер XL указан. Так, что это у нас такое? Ирамуда. А вот размер. Размер, видимо, так и останется загадкой. Блузка Spirit 36-й европейский размер. Джина Лаура Collection, размер МК. Бонита 42-й европейский размер. Так, блузка 40-го размера. Размер XS, это у нас, похоже, майка, да. Так. Вот такая вот приталенная удлиненная рубашка размер L-ка. Блузка размер S-ка. Размер 2XL. Тоже блузка. Так, рубашка Esprit 38-й европейский размер. 42-й размер. Такая вот блузка. Здесь, к сожалению, размер не указан.
Вот так вот поставим. Том Тейлор 40-й европейский размер блузка. Так, еще одна блузка без размера. Так, Colors of the World. 40-й, 42-й размер элька. Jessica Sandy. Здесь у нас размер не указан. Опять же, Jessica Sandy. Здесь у нас 48-й, 50-й размер. Марка О'Кей. 46-го размера рубашка, наверное. Да, рубашка. Следующий у нас вот такая вот блузка. Джин Тоник Woman. 40-й размер указан. Марка Биба. 34-й размер. Так, еще одна блузка. Размер, к сожалению, опять же не указан. Trend One 46-го европейского размера. EDC размер XL. Так. Line Casual размер LK. Марка, опять же, H&M без размера. XML размер SK 38-й. Европейский размер указан. Так. Да, майка, наверное. Тренд. Здесь у нас 56-й российский размер указан. Или Whale 36-го европейского размера SK. Вот такая вот майка, наверное, да. Майка, вот размер, к сожалению, не указан. Так, еще одна майка. Также без размера. Так, вот такая вот блузка. Размер здесь указан Элька, марки Гэп. Так, майка еще одна 46-го размера. Еще одна майка. Достаточно интересно оформленная. 100% хлопок состоит, пишут. А вот размер не указан. Так, еще одна майка размер МК. Вера Мода. Элька размер с пайетками. Размер 44-й. Рубашка. Так, что это у нас? Что-то типа футболки или типа того. Или рубашка. А, блузка. Блузка, размер, к сожалению, не указан. Так, McKenna Lay тоже блузка. Достаточно широким воротом. Еще одна блузка марки Street One. А, здесь у нас 42-й европейский размер. И последняя вещь, которая у нас идет в этом мешке. 36-й европейский размер указан. Вот такая вот маечка. На этом все.